Главными вопросами стали обстановка с пожарами в 2019 году, реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности в праздничные дни. Об итогах года с докладами выступали огнеборцы. В 2019 году на объектах жилого сектора произошло 40 пожаров, то есть это почти 50% от общего количества пожаров. Всего за год произошло 84 пожара, а это на 37% больше, чем в прошлом году. Также Дмитрий Кривощеков доложил, как идет подготовка службы экстренного реагирования в преддверии больших праздников. В период со 2 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории города Нефтеюганска проводится сезонная профилактическая операция «Новый год». Прошли внеплановые проверки мест массовых пребываний детей. С работниками учреждений проведены противопожарные инструктажи и эвакуационные тренировки. В планах совместно с сотрудниками полиции совершить рейды по местам продаж пиротехнической продукции. Анастасия Санникова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».